главе команды, хотя нет, подзадержался. 1984 год. Фернандо Сантош везет свою команду для того, чтобы сказать... Первым мы видим Пепе, Бруно Алвиш. Алжир будет жить. Будьте там. Слимани. Давайте свидетелями. Фернандеш чуть выдвинут вперед по отношению этого дуэта по флаг. Ну, в общем, я намекаю на то, что может и пересечься путь Криштиану. А там, на секунду, мы играем сборная России, да, и Саудовская Аравия, Египет, Уругвай. Так что, Криштиану. Ох, Янкей, которую хотел своим замахом заставить прыгнуть, и она уже и взыски футболисты. А вот уже шанс у Португалии, у Криштиану лично. Роналду, раз, два, три. Слимани. Давай. Факт. Не было офсайда. Да, и еще имел наглость этот защитник, который на самом деле... И подбирали как раз ему в пару, кто же должен играть. Ну вот, ох ты. Рубен Диас. Человек, который играет в Бенфике. Суммы и личного контракта, и отступных клубов. Ох, как здорово сыграно! 15-й номер, и понимает, что это не Луиш Нани. Сала Гедеша, который представляет Пари Сен-Жермен, он был... Попозже, потому что сейчас... Гедеша оказался Криштиану, мы тоже не удивились. А здесь великолепная скидка и... Явный повод повосхищаться этим взаимодействием. Что Желсон Мартинс много играли в предыдущих товарниках. А пока и без них, как горячо! Ну а здесь какое классное взаимодействие. Как вовремя передача. Марш, да? Да, тот самый. Ох, чуточку не хватило. Ну а здесь красавец, смотри. Как. Так, ну а у нас атака имени Рафаэля Герейро. Подача. Ух ты! Ох, ребята. Герейро, отличная передача по флангу. Ложится в ногу Криштиану. Ну а это по одной простой причине. У папы не 0. Ну и остался посидеть немножко. А португальцы-то не унимаются. И Криштиану снова в качестве... Сибайни сумел дотянуться. Бернарду Силвы здесь успеет. Где мяч? Криштиану здесь уже без канонических 5 шагов, потому что мяч чуть под углом к воротам расположен. Вот здесь розыгрыш углового был. Классная, хитрая передача. Мощный. Указан 21 номер команды Алжира Бен Сибайни. Подача. Суареш. Ох, красиво на Криштиану. Криштиану поймал мяч и аккуратненько отправил. Команду Кабу-Верде. Для того, чтобы... Это же, конечно, нужно умудриться. Чтобы Кабу-Верд простреливал на партнера, а все-таки бил в ворота Криштиану. Да, а кстати, мяч. Но опять классика жанра и опять... А у нас третий гол. Да, вот так вот воспоминания о товарищеских встречах. Португаль.